Здорово всем, ребят, сегодня на нашем обзоре бой на батчате, на двух батчатах, взвод из батчатов. Ну что, посмотрим, что нам ребятки покажут, это будет, я думаю, очень-очень интересно. Пока ребята разъезжаются, поблагодарю всех за лайки, подписки, комментарии, за то, что вы присылаете свои бои, и отдельное огромное спасибо за то, что вы дожидаетесь выхода этих обзоров. Я понимаю, что долго, по-другому, ну никак не могу, быстрее я не могу. Так, ну что? Угу. Пока хрен пойми, что получается. Бачаты здесь. А, нет, еще есть. Еще подтончик тут. Питбуль. М48 питбуляка. Не, ну там М60 не выкатит на люлей. Не-не-не-не. Ну, весьма интересно, конечно, но я сомневаюсь, что здесь кто-то куда-то... Ну, гриляка свое получает, конечно. Ух ты! А, бачат за питбулем подогнался. Не, ну рисковый пацанчик, рисковый, ничего не могу сказать. На бачате, ну да, и все. Все втроем на перезарядке. Все, смотрите, все прячутся за камнями, потому что все втроем на перезаряде. Так, ну только со взводом, а только нельзя умирать, не надо. Рано, есть, хорошо. Давайте, да, отваливайте. Помогайте тяжам. Разобрать этих, и будет вообще супер. Потому что что-то мне кажется, что тяжики там не справляются. Ух, ни хрена себе, хорошо. Вот это выстрел на ходу, это было прям... Ну, если бы сейчас еще в ягу залетело, я был бы вообще... Привознесся бы, блин. Все, здесь налетели, покусали. Что-то со взводной там задержался. Все, пока ребята тут держат, налетаем. И грызем, 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 кусаем. Тут корма и сай, соточки, вообще супер. Вот это хорошо залетел. Есть. Так, со взводы, давай, на ИСа. На ИСа. Бах. И три. Забирай. Хорош, красавчик. Три фрага на двоих уже. Три фрага на двоих. 2600 урона у нашего героя реплея. Ну, со взводного, я думаю, тоже не меньше. Чувствую себя, ребята, как дома просто. Тю, 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 там, туда, сюда. Чау, фау. Есть. Ага. Но союзники выигрывать не хотят. Это... Выигрывать это легко. Вот проиграть, вот это одно дело. А выигрывать нахрен надо, да? Ну да. Остался кентавр тот, который минотавр. Ну, хоть гриля добил уже хорошо. Красавчик, ничего не скажешь. Броня не пробита, вот она яга. Даже в бочину броня не пробита. М60 люлей получает. Так, 3300 урона. Пока еще 3 на 3. Но чувствую, что Минотавр отваливает. Да, Минотавр отвалил. И что, вот оно. Взвод остался против троих. Против М60 шотного надо добивать. Отли... Что у бойца на полном ходу такие снаряды залетают. Это прям красотища, что ему сказать. Так, со взводы. Только не умирай. Со взводной, держись. И еще один снарядик. Давай, 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 давай. Да ты что, это прям вообще. Вот не зря я бачата выкачал. Он же шикарный танк. Правильно, вот просто показал, что надо отъехать, надо свалить. Отлично. Блин, великолепная игра, вот посмотрите, как взвод играет, грамотно, просто, да, даже майкнул, надо отвалить. Все, отвалили. И смотрят друг за другой игрой. Вот это самое главное, не надо, блин, тут можно выигрывать, если ты просто будешь обращать внимание на то, что происходит в бою. На то, что делает игрок какой-то. Не тот, который тупит на одном месте весь бой, блин. На него нехрен смотреть. На него лучше вообще не смотреть. Так. Блин, яга фуловая, конечно. Яга фуловая, но это опасность для совзводного. У него 350 хп на борту. Удержать ягу это явного не хватит. Явно не хватит. Ух ты. Ха, протолкнул его. Протолкнул. Где-то же прога еще. Ну, прога по-любому на том фланге. Прога по-любому на том фланге. И яга выманивает сейчас игроков. Потому что яга фуловая. Встал на захват. Чтобы бойцы выехали откуда-то, а прога будет отстреливать. Кстати, это стреляет не яга, это уже стреляет прога. Как я и говорил, прога аж хрен знает где на том фланге. Яга подсвечивает просто-напросто бойцов. Довольно-таки тоже грамотно. Блин, у меня союзники так не действуют. О. Есть.
Вот, отлично. Все, теперь можно, ребят, давайте врываемся на ягушку. И рвем ей S. Или kick he S. Надираем по полной программе S. Ну все, яга не попал. Это 3 дня можно спокойно расстреливать ее, потому что перезарядка у яги. Ну, приблизительно, да, от 2 до 4 дней. Не успеет. Эх, совзводный. Ну, брат держался. Братан держался. Ну тут все, ягушка. Ну тут все. На что ты рассчитываешь? Что мы имеем? Великолепный бой от бойцов на двух батчатов. Шикарный взвод, просто супер. Бойцы вытянули этот бой. 6600 урона у нашего героя реплея, 5 фрагов. Мастер, конечно же. Бойцам так держать, красавчики. Великолепный бой, побольше им таких боев. Сейчас глянем, что там у нас у совзводного. Что мы имеем у совзводного? У совзводного получается 2333 урона. 6 фрагов у них на двоих. То есть одного не хватило, да, Минотавр забрал Гериля. А получается у них на двоих 9000 урона. Бойцы красавчики, просто молодцы. Затащили этот бой. Так держать. Ну а на этом все, ребят. Всем спасибо. Пока.